Этот высокотехнологичный ошейник для коров может вывести фермерство на новый уровень. На юге Англии стадо из 10 коров тестируют новую разработку с GPS-чипом. Но устройство не призвано отслеживать, куда коровы пошли. Оно помогает создавать невидимый барьер, за который животные заходить не будут. Корова с ошейником на этом пастбище, когда дойдет до этой границы, услышит звук. Он предупредит животное, что оно вышло за пределы, нужно вернуться. Животное будет знать, что если не вернется, получит импульс электротоком. Звук усиливается по мере приближения к границе. По наблюдениям, до электроимпульса доходит только в 3% случаев. Ошейник имеет аккумулятор, который заряжается благодаря встроенным солнечным панелям с каждой стороны устройства. Его можно подключить к розетке, когда солнца не хватает. GPS-чип может определять местоположение животного относительно виртуального загона и отправлять эту информацию фермеру по мобильной сети. Также на этой ферме занимаются регенеративным земледелием, заботятся о почве и биоразнообразии. То есть территории полей и пастбищ чередуют. Пока тестирования не завершены, обычные заборы тоже оставляют. Позади меня прекрасная живая изгородь, которая только начинает подавать признаки восстановления. До этого такого не было. Со временем ошейники помогут биоразнообразию и природе. Химикаты на поле также не используют. Вместо них прекрасно работает коровий навоз. Испытание ошейников, возможно, охватит остальную часть стада, то есть примерно 60 коров. Однако пока выгоднее иметь обычное ограждение под напряжением. Оно стоит около 1000 фунтов. Один ошейник обойдется в 250. Подписывайтесь на наш канал и смотрите мировые новости. Мы освещаем факты, а выводы делаете вы сами.